Всем привет, мы едем в Браслав. Поехали. Ну вот мы приехали. Либо кружку, либо футбол. Если мы сделаем вчетвером, то есть, а вы нам один мерч на 4 хотите. Вы можете сделать и вы. И никто не выиграет. А мы согласны на один. Нет, я думаю, что кто-то выиграет. Я сразу скажу, что она скорее всего может уже и выиграть. Что потом? Можете сделать 4 фотографии. Вы выложите в интернет. Вот, либо в инстаграме нас отметьте. А, нормально, в фейсбуке я не сижу. В одном из них. Можете в сторис нас отметить в инстаграме. В сторис, да. Давайте тогда... Папа, сможешь прыгать? А что здесь? Вот, почитай, надо бросить это. Я потом почитаю, что там. Папа, ну вообще мальчик. Так надо ж все сбить. Девочки, вы уже посоветовались или еще надо вам время? Ну так. Посоветовались нам очень сложно решить. На самом деле мы до сих пор до конца сомневаемся, потому что каждый вопрос был интересен по-своему.
Мы вас благодарим за то, что вы так включились, и за то, что сфера моды настолько вам интересна. Но вот здесь все голоса, мы решили отдать подарок вот этой молодой маме за вопрос ее супруга, потому что вот он как мужчина вышел и задал вопрос о моде. У нас целая семья, да, аплодисменты. У мужчины, я так понимаю, три девушки. Ой, да, ну вы что хотите? Вопрос не мама, это я вопрос придумал. Вот так вот, обидели. Я сказала, что подарок мне решили отдать молодой маме. Спасибо за вопрос, да. Аплодисменты. Ребят, спасибо большое.